Всем привет! Всем привет! Вы на канале Записки Подмастерья. И у нас на обзоре третий выпуск коллекции Животные на ферме. Животные на ферме. Рекомендована розничная цена этого выпуска 329 рублей. И приобрели мы этот выпуск тоже за 329 рублей в магазине Dixie на газетной стоечке. Ну что ж, открываем? Да. Достаем? Давай, доставай. Кстати говоря, вот пакетик был уже порван. Кто-то хотел вытащить эти две фигурки. Да. Но не получилось у злоумышленника это сделать. Ой, достаем там как все. Так, ну что ж, вот у нас тут такие вот фигурочки две. Журнальчик. Вот журнальчик. Третий выпуск. И речь пойдет про ферму. Да? Сам будешь? Давай, сам листай. Давай, а здесь и я туда пролистну. Так, что находится на ферме? Что у нас находится на ферме-то, Коля? Вот, давай буду подсказывать. Сеновал. Сено. Вот здесь хранится сено. Да. Это вот сарай. Да. Ага. Где стоит трактор. И всякие рабочие инструменты тут держит. Это вот овчарня. Знаешь, кто в овчарне живут? Животные. Животные. Какие животные в овчарне живут? Овечка и лошадка. Нет, в овчарне живут овечки только. А вот в конюшне живут кто? Лошадки. Лошадки живут, правильно. Это вот дом на ферме. Да. Здесь вот курятник. Да. И хлев. Знаешь, что такое хлев? Что? Хлев. Хлев – это где обитают коровы и бычок. Называется это вот загон, где они живут. Свинарник. Кто в свинарнике живут? Хрюшки. Хрюшки живут в свинарнике. И крольчатник. Кто в крольчатнике живут? Кролики. Кролики. Правильно, молодец. Поехали смотреть дальше. Ферма. Это обычно большой дом. В нем есть гостиная, спальня, ванная комната и кухня. Да. Вот такой вот дом. В прохладном погребе хранится вино, да, которое производится тоже на ферме. Да. А на чердаке хранится что? Кто там хранится? Что это такое, Коль? Еда. Еда. Какая еда-то? Курочки. Курочки. Ну, короче, колбаса и свиные окорока. Вот там что хранится. Когда-то на ферме. Так. А, в дальние времена не было холодильников, и все продукты хранились в погребе. Как у бабушки. Бабушка хранит же в подвале все, да? В погребе. Печь. Пекли много хлеба. Мяса было совсем мало. Да. И булочные лавки были только в городе. В деревнях свежий хлеб пекли дома или на фермах. Печка, как у бабушки, такая почти русская, да? Да. Во дворе фермы. Ну-ка, кто у нас тут бегает по ферме-то, Коля? Курочки. Курочки? Да. Это кто такие? Цыплята. Цыплята. В прежние годы водопроводных каналов не существовало, воду брали из колодцев. Вот колодец стоит посреди фермы. Курочки всегда прогуливаются возле колодца. Так, где живут животные? И вот как раз мы говорили, это тут хлев. В нем живут коровушка и бычок. А это что, Коль? Конюшня. Конюшня. Здесь живут лошадки. Ну-ка, вот это чего, Коля? Мы тогда читали. Комбайн. Ну, комбайн, понятно. А что это такое? Где он стоит-то, комбайн-то? У трактора. У трактора? Короче, в гараже он стоит, в сарае. Да. Где же он инструменты, которыми он чинит, да, и трактор, и комбайн. А вот это чего, Колюня? Сено. Сено. Место, где хранится сено, сеновал. А еще есть башня большая, амбар, где хранится пшеница. Да. Какими бывают фермы? Вот в мире, видишь, разные фермы бывают. Вон ферма в Альпах какая снежная, да? Во Франции ферма какая. Ферма вот в Испании. Вот всякие разные. Каталонская ферма. Ферма в Тоскане. И саксонская ферма. Такие вот виды фермы бывают, да? Хорошая ферма. Хорошая ферма. Так.
Когда бабушка была еще маленькой. История, давняя-давняя история. И еще одна история про пугало, которое смастерил Василий. Вот птички урожай клюют, и чтобы отогнать, нужно сделать такого, вот такое вот пугало, да? Да. Вот. Так, ну и анонс следующего номера, 4-го. Там будет корова буренка и... Цыплята. И цыплята. Так, ну что ж, знакомимся теперь с новыми фигурками. Что это у тебя? Побежал бык за Василисой. Он ее хочет забодать? Нет. Нет? Ну давай тогда будем знакомиться. Кого первого дашь? Быка. Быка дашь? Как его зовут-то? Бык-огонек. Бык-огонек. Вот такой вот бык-огонек. Смешной, не смешной. Он серьезный. Серьезный такой. Большие рога. У него тут вот челка такая. Такой серьезный парень. Так, ну спаечку здесь особо-то не видно на черном фоне. Ну, если приглядываться, конечно, ее заметно. А так фигурка зачетная, добротная. Стоит ровно. Давай дальше. Вот. И вот хозяйка фермы Василиса. Вот такая она круглолицая. И это она вышла из курятника, он на яички несет. По красочке, ну тут немножечко есть маленький косячок, но это ерунда. Спаечка тут прошла вообще очень аккуратно. Вот на платье они соединили, и получилась такая вот спаечка. То есть на фигурке нигде нету элементов обрезочков вот этих вот. Так, что там у тебя за скачки-то? Ты там прям тореадор. За кем у тебя там бык-то бегает? Ни за кем. Ни за кем, просто тренируется. Да. Ну, а где остальные-то все твои фигурки? Так. Расставим их аккуратненько, да, что вот посередине была вот хозяйка фермы. Маленькие вот отдельно будут пускай стоять. Это у нас, как зовут ее? Зорька. Корова Зорька, да. С мужем Огоньком. И кто это у нас? Конь Буян, да? Ну, вот такая вот у нас коллекция. Да. Из 7 фигурок. Ну что ж, ждем 4-й выпуск. А у нас на этом все. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания. Пока-пока.